Коренные малочисленные народы Севера живут своей обособленной кочевой жизнью на протяжении многих десятилетий. Они поддерживают своеобразие своих традиций и самобытную культуру. Утро в ненецкой семье Пяк начинается с восходом солнца. Первые лучи едва пробились в свод жилища, а из трубы уже потянуло запахом березово-сосновых дров. Глава семейства Юрий Пяк направляется к роднику за водой. Роза в это время хлопочет по хозяйству, кормит лаек. Тундровики работящие, здесь некогда сидеть сложа руки. Юрию нужно съездить к оленям, посмотреть, все ли в порядке со стадом. Юрий и Роза Пяк – оленеводы в таком единении с природой всю свою жизнь. Кочуют на границе Вынгаяхинского и новогоднего месторождений. Семья многодетная. Для самой младшей дочери Роза шьет новый зимний наряд. Для пошива малицы используют шкуру оленя, сукно нескольких цветов и, конечно же, жилы – это самые прочные нитки. Какая часть жил с туши оленя берется чаще всего? С позвоночника. Он же висит у меня. С позвоночника она подлиннее бывает. А специальными какими-то скребками вы разделяете волокна для жил? Нет. А все как? Руками. Руками все делается. Пока Роза занимается шитьем, Юрий направляется на летнее стойбище за пилой для заготовки дров. Путь туда лежит через родовую стоянку. Здесь сохранились фрагменты лабазы для продуктов. Такими берестяными свертками десятки лет назад накрывали летние чумы. А это современный лабаз коренных жителей. В нем они хранят продукты, вещи и инструменты. Это аркан для того, чтобы на упряжку, вот как сегодня на оленях ехал, который мне надо... В эту ту кучу бросил, которую мне надо, того оленя ученого поймал. Ну, чтоб на передовой, вот на вожака ученый был. Того поймаю, другого поймаю. Ну, три оленя, четыре оленя, пять оленей на упряжку. Аркан для этого, только зимнее время, чтоб мокрый не стал. Вот для этого и есть. Каждый день Юрий занят делами в своем тундровом хозяйстве. Пилит дрова, ремонтирует путы для оленей, чинит сани. Закончив с бытовыми хлопотами, идет к стаду. Эти красивые животные для ненцев и одежда, и еда, и транспорт, и богатство. С младенчества и до старости. Они с ними бок о бок. И так будет всегда. Юлия Лучникова, Антон Иванов, Новости Муравленко.